Давайте мы откроем Библию, послание Ефесянам, 4 главу, и мы будем читать с 22 стиха. Мы прочитаем. Здесь сказано: отложить прежний образ жизни, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Библия говорит, отложить прежний образ жизни. Отложить прежний образ жизни. И облечься в нового человека. Образ жизни. Не просто мы приходим в церковь, и не просто мы посещаем церковь, но вопрос идет об изменении жизни, об изменении образа жизни. Написано, что мы жили по плоти, и это был как образ жизни ветхого человека. Отложить, и теперь Библия говорит, отложите прежний образ жизни ветхого человека и облекитесь в нового человека. Господь, Он желает, чтобы прежде всего произошло изменение нашей жизни, нашего образа жизни, нашего мышления. То, как мы мыслим, то, как мы думаем, то, как мы живем, то, как мы понимаем. Когда мы жили в мире, мы все время жили по плоти. И поэтому, когда мы пришли к Господу, мы все время, по крайней мере, мы должны стремиться к тому, чтобы все время жить по духу. Библия говорит, что если мы живем по духу, мы живем в победе, мы живем верой. Жить верой – это жить по духу. Жить верой – это жить постоянно, все время угождая Господу. И когда мы говорим о развитии даров, когда мы говорим о духовном росте, о росте веры, вы знаете, это происходит не просто, когда мы периодически, может быть, какие-то духовные упражнения делаем. Нет, нет, нет. Развитие даров, возрастание в духе, возрастание в вере происходит от образа жизни по духу. Это образ жизни. Это уклад жизни. Новый уклад, новый образ жизни. Не тогда, когда мы время от времени помолились, время от времени почитали Библию, но Дух Святой хочет повлиять на всю нашу жизнь. Образ жизни. Отложить прежний образ жизни. И облиться в нового человека через преображение мышления. И дары служения, дары служений – это не просто какие-то должности в церкви. Знаете, иногда люди некоторые на самом деле как будто бы жизнь, знаете, как в кривых зеркалах. Я пришел в церковь, я в служении. Я провел служение, пришел на домашнюю группу, я лидер домашней группы, я провел домашнюю группу. Теперь я ушел. Ну, а закончилась домашняя группа, закончилось служение, теперь я просто живу. Служитель – это образ жизни, это 24 часа в сутки, это 7 раз в неделю. И Бог хочет привести нас к этому, потому что если мы не живем так, как мы должны жить, мы не можем на самом деле служить Богу. Дух Святой не будет проявляться через нас, дары не будут проявляться через нас. Это не должность, которую мы исполняем какое-то время в неделю. Это постоянно. Знаете, служение евангелиста – это не просто служение, когда он провел евангелизационное служение. Это образ жизни. Служение пророка – это образ жизни. Служение пастора – это образ жизни. Ты не можешь утаить, если у тебя есть дары, на самом деле, те дары, которые у тебя есть, ты не можешь их утаить, они будут проявляться. Это образ жизни. Если ты служитель на всяком месте. В троллейбусе, когда ты едешь, ты служитель. Везде ты служитель. Это образ жизни. И знаете, всегда то, что внутри нас, оно проявляется. Если ты служитель только какое-то время, в определенное время, значит, ты не служитель. Служение – это образ жизни.
Помню, больше 10 лет назад мы поехали в отпуск. Нашли какое-то место, где мы будем жить. Там верующие хозяева, и там много верующих. Там что-то такое, как христианский лагерь, что-то вроде этого было. Я говорю своей жене, говорю, я не хочу, чтобы знали, что я пастор. Я не хочу как пастор туда приходить. Я просто хочу отдохнуть, чтобы никто не знал, что я служитель. И мы не говорили. Но знаете, что вот интересно, что мы туда приехали, и в первый же уже вечер мы там собрались какие-то люди, мы там уже проповедовали, там выяснилось, что кто-то не рожден свыше, мы уже молились. И вот так все дни прошли. И я понял, что то, что внутри нас есть, это невозможно удержать. Если же мы в служении только в церкви, значит, наш образ жизни неправильный, значит, наши дары и Дух Святой угашен в нашей жизни. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и облечься в нового, обновиться духом ума. Видите, все начинается с обновления ума. И потом Господь хочет нас привести к новому образу жизни. Почему мы не свидетельствуем, или недостаточно, или потому что образ жизни наш, он таков, что мы просто забываем иногда, что Дух Святой, что Господь нас призвал. Поэтому мы всегда начинаем с младенчества, но мы идем к зрелости. Бог хочет, чтобы мы шли к зрелости. Мы делаем ошибки, но Господь хочет, чтобы мы возрастали, чтобы мы шли к зрелости. Образ жизни начинается с образа мышления. Мы изменяем мышление, мы начинаем по-другому смотреть, по-другому мыслить. И затем определенные принципы должны быть. Определенный принцип. Образ мышления ведет к определенным принципам. Принципы – это фундамент нового образа жизни. То есть, если у нас есть принципы, у нас практически мы на пути к тому, чтобы весь образ жизни преобразился. То есть, какие-то принципы, на которых мы строим свою жизнь. Потому что в мире у нас были одни принципы, мы пришли к Богу, у нас теперь принципы другие. Давайте посмотрим Даниила 1 главу. Принципы. Принципы – это когда мы в своем сердце определяем то, за что мы держимся, то, что мы должны делать, и то, что мы никогда не должны делать. Выборочно посмотрим, 1 глава, 8 стих. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, которое пьет царь. И потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. Принципы. Знаете, обновление ума приводит нас к определенным принципам. И принципы ведут нас дальше. Принципы ведут к привычкам. Правильным привычкам. Принцип – это когда в сердце есть решение, как я должен жить. С чего я должен начинать свой день. С чего я должен заканчивать свой день. Что мне позволительно, как верующему. Что мне непозволительно. То есть принципы, которые ты независимо от обстоятельств, всегда придерживаешься. Смотрите, Даниил, он был в плену. Когда он был в Иудее, для него было естественным не оскверняться языческими, знаете, там, едой. Но теперь он в плену. И кажется, что, ну, я же в плену, тут все по-другому. Но принципы, они неизменны. И царь, он выбрал этих нескольких отроков и сказал, я хочу, чтобы эти отроки обучались, и они будут служить при дворе царском. Кажется, такое повышение. И если я скажу, что я не буду оскверняться, если я скажу, что я не буду делать какие-то вещи, я вызову гнев царя. Я вызову гнев своего начальника. Может быть, мне не шутить с этим?
Знаете, вот будут такие искушения иногда свои принципы как бы нарушить, чтобы угодить человеку. Но Даниил, он не сделал так. Вы понимаете, что это вызвало бы, даже начальник евнуха сказал, что это вызовет гнев царя, когда он узнает, что вы не питаетесь с этого слова, потому что это вроде бы как бы милость царя и такое, знаете, привилегия, что сам царь позволяет с его стола им кушать. А Даниил говорит, нет, мои принципы, они важнее. Может быть, я вызову гнев царя, но я буду придерживаться вот этих принципов. Он положил в сердце не оскверняться. Я не хочу себя осквернять. Отношения с Богом для меня дороже. Отношения с Богом для меня важнее, чем мой авторитет в глазах людей, чем то, что подумают обо мне люди. И смотрите, кажется, что гнев царя должен был быть вызван, и даже гнев этого начальника евнухов. Но когда мы придерживаемся принципов, Дух Святой работает. И 9 стих. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. Дух Святой работает с нами. Когда Господь видит, что для нас очень важно придерживаться Слова Божьего, не осквернять себя, не оскверниться, а быть посвященными. И 17 стих посмотрим. «И даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны». И теперь, когда Даниил и эти отроки, они приняли решение, что мы не будем оскверняться. Господь даровал им мудрость. Господь сказал, я буду возвышать вас, я буду поднимать. Господь поднимает тех, кто ему верит. Знаете, у нас будет искушение угождать всегда людям. Мы должны благословлять людей, мы должны стараться по мере возможности угождать людям, если это не противоречит нашим принципам. Поэтому Даниил принял решение не оскверняться. То есть он принял решение никогда не делать определенных вещей. И Богу это очень понравилось. Богу это очень понравилось. Мы возвратимся в Даниила. Давайте быстренько посмотрим 1 Коринфянам 6. Мы должны придерживаться определенных принципов. Иногда люди говорят, я не знаю, можно ли мне вот читать такую книгу или смотреть вот такой фильм. То есть есть заповеди, да? Есть где конкретно 10 заповедей. Что и как нам правильно делать. Но есть вещи, которые как бы четко не указаны в Библии. Как нам здесь поступать? Как нам здесь правильно поступать, чтобы угождать Богу даже в таких вопросах, которые не совсем понятны? Давайте посмотрим. 6 глава, 12 стих. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Да, те вещи, которые не являются прямым грехом, Павел говорит, они как бы позволительны. Но не все из того, что позволительно, не все из этого полезно. А если это не полезно, значит это вредно. Значит, это некоторые вещи будут вредны для твоего духовного состояния, вредны для твоего душевного состояния, не полезны. Это как вредная пища, которая мало-помалу отравляет организм. Это будет отравлять твою духовную жизнь. Он говорит, не все мне полезно. Ты должен посмотреть, что полезно, что не полезно, что тебя назидает. Делай только то, от чего твоя вера становится сильнее и крепче. Что дает тебе как бы постоянный стимул духовно возрастать. 10 глава 1 Коринфянам, 23 стих. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Но не все назидает. Смотрите, но не все назидает. Какие-то вещи, они просто... Слово «назидать» означает как бы заряжать тебя духовно.
Некоторые вещи будут тебя опустошать. И тебе не надо делать то, что тебя опустошает. Тебе не надо делать то, что тебя делает духовно слабее. Итак, образ мышления формирует принципы. Мы должны формировать принципы. А принципы будут формировать наши привычки. Принципы будут формировать наши привычки. Возвратимся к Даниила, посмотрим 6 главу. Привычка. Потому что образ жизни состоит из правильных привычек. Привычка – это то, что мы делаем вне зависимости от обстоятельств. 6 глава. Посмотрим 10 стих. Итак, подписан указ в царстве, чтобы любой человек, который 30, в течение 30 дней будет просить кого-либо, кроме царя, он будет предан львам. И вот 10 стих, потому что этот указ был издан врагами Даниила против Даниила. Потому что они знали, что он молится, они знали, что у него есть привычки, они знали, что у него есть принципы. Когда у тебя есть принципы, когда у тебя есть привычки, когда у тебя правильный образ жизни, дьявол не сможет тебя победить. 6 глава, 10 стих. Даниил же узнал, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его так, как делал это и прежде этого. У него была привычка. Три раза в день он преклонял свои колени, и он славословил Господа. Он поклонялся Богу, он молился Богу, и теперь издан указ. Смотрите, привычка – это то, что ты делаешь всегда, ты делаешь это постоянно. Привычка читать Библию, привычка молиться, привычка свидетельствовать, развивать себя духовно. А образ жизни и привычки, они формируют репутацию. И они формируют духовный авторитет. Авторитет твой в духовном мире. То есть наши привычки, наши принципы, то, как мы живем, они формируют нашу репутацию. И духовный авторитет, и авторитет в духовном мире. Потому что духовный мир наблюдает за каждым из нас. Ангелы Божьи наблюдают за нами. И злые духи наблюдают за людьми. Они знают наши принципы. Чего мы будем придерживаться? Смотрите, 5 стих в этой главе. Эти люди сказали, не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. Видите, какая у него была репутация? Они знали, что Даниил честный человек. Что бы они ни могли проверить, он был наместником царя. А они хотели его сместить. И они знали, что нет ничего против Даниила. Знаете, Иисус сказал, что идет князь этого мира и во мне не имеет ничего. И они сказали, мы знаем, что нет ничего, чтобы мы могли найти против Даниила. Он абсолютно честный. Он верно служит царю. У него все там прекрасно, все. Единственное, что мы можем против него выставить, найти предлог, это в законе его Бога. Поэтому они сделали этот указ, что нельзя молиться, потому что они знали, что его репутация была такая, что он всегда молился. Он никогда себя не осквернял. Он всегда молился. И они знали, что когда будет указ, Даниил будет молиться. Даниил будет молиться. Репутация. То есть у него была репутация человека принципов, человека слова. Как важна, братья и сестры, как важна наша репутация. Как важна наша репутация, потому что с нами имеют дело, и Бог с нами имеет дело, люди с нами имеют дело, исходя из нашей репутации.
Репутация долго заслуживается, но как легко ее и в один момент можно разрушить. Знаете, вот у человека, например, репутация, что кто-то всегда опаздывает. Во сколько бы ты с ним не договорился, где бы ты с ним не договорился, тебе не надо быть пророком, чтобы сказать, он опоздает. Эта репутация будет преследовать этого человека. С ним никто не будет иметь дело со временем. У кого-то репутация, что он никогда не сдержит свое слово. Что бы он ни обещал, что бы он ни говорил. Ты можешь даже это не прислушиваться и даже всерьез не воспринимать. Все равно он слово не сдержит. Да? А у кого-то наоборот репутация, что этот человек слова. Если этот человек пообещал, если этот человек даже просто сказал мимоходом, он не забудет того, что он сказал, он обязательно это сделает. И вот у Даниила была репутация. Мы должны заботиться о своей репутации. Репутация, она настолько важна, потому что всю жизнь свою мы проживаем, имея определенную репутацию. С нами имеют дело, исходя из репутации. Понимаете? Это так серьезная репутация. Даниил имел репутацию. Беречь свою репутацию. Мы возвратимся к Даниилу. Давайте очень быстро посмотрим Экклезиаст 10 глава, 1 стих. Экклезиаст 10 глава. Потому что наши принципы, наши привычки, то, как мы ведем дела, то, как мы общаемся с людьми, то, как мы сдерживаем обещания, то, как мы сдерживаем слово, это создает репутацию. Это создает репутацию. Репутация годами мы свою репутацию как бы строим. Но вот как можно быстро разрушить репутацию? 10 глава, 1 стих, Экклезиаста. Мертвые мухи портят и делают зловонной благовонную масть мироварника. То же делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью. Да, мироварник, там мира, драгоценный мир. Но если туда попадает маленькая муха, эта мира уже испорчена. Понимаете, его никто не будет использовать. И Библия говорит, то же самое делает небольшая глупость. Небольшая. Уважаемого человека, человек уважаемый, мудрый, честный. Но когда он делает небольшую глупость, даже небольшую глупость, это удар по его репутации. Кто-то спросит, так неужели можно всегда быть идеальным, всегда сдерживать свое слово? Друзья, насчет слова сдерживания, это даже не обсуждается. Амен. Это даже не обсуждается. Потому что слово – это и есть мы. Также Божье слово – это Бог, наше слово. И только... Когда мы знаем, что Бог серьезно относится к своему слову. Написано, что Иисус говорит, что небо и земля придут, но мои слова никогда не изменятся. Поэтому мы можем уповать, мы можем строить отношения с Богом. А здесь на земле отношения строятся с людьми посредством слов, посредством обещаний. Понимаете? Посредством слов. И именно то, насколько мы сдерживаем свое слово. Насколько мы отвечаем за свои слова. Бывает так, что на самом деле иногда мы не можем сдержать слово по независящей одной из причин. Мы должны тогда предупредить, попросить прощения, извиниться. Но некоторые, знаете, делают вид, что как будто бы все нормально, потому что их слово для них же, оно не является никаким словом. А репутация важна, потому что и в духовном мире авторитет от нашей репутации. И вот маленькие ошибочки, какие-то вот такие простые, знаете, вещи, для нас простые, они могут или укреплять нашу репутацию, или разрушать нашу репутацию. И знаете, как, например, тебе говорят про кого-то, говоришь, даже можно всерьез не воспринимать. Да? Бывает такое? Да. Нет, я слышал, ты что, даже не думай. Этот человек все равно не сдержит слово. Но ты будь человеком, про которого будут говорить по-другому.
Посмотрим Деяния 19, и затем возвратимся в Даниила. Репутация приносит духовный авторитет. Твой образ жизни или создает тебе духовный авторитет, или разрушает твой авторитет. Знаете, если служитель не живет реальной духовной жизнью, не движется с Богом, на самом деле это будет разрушать его авторитет. Это будет разрушать его авторитет, это будет разрушать его репутацию, потому что, как я уже сказал, что служение – это образ жизни. Образ жизни. Это определенные принципы, это определенные привычки, это определенное мышление. Знаете, служитель не имеет права там быть для тех, кому он служит, как бы недоступным. Потому что мы постоянно служим. Постоянно кто-то может нуждаться в нашей помощи. В молитве. Служитель, который, знаете, который постоянно отключает телефон, чтобы ему не дозвонились, он не имеет понимания и откровения о том, что он служитель. Амин? Служитель не имеет права отключать телефон даже ночью. Потому что он служит, потому что он является служителем для некоторых людей, которые имеют право, если у них проблема, если у них нужда, позвонить. Понимаете? Мы не должны отгораживаться от тех людей, которым мы служим, и устанавливать, знаете, какое-то особенное время. Вот я, у меня рабочий день с 10 до 7. Нет. Образ жизни. Образ жизни. Деяния 19, с 11 стиха. Бог же творил немало чудес руками Павла. Так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали как какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скева. То есть смотрите, как они. Они не имели своего откровения. Они не имели своего авторитета. Но они пытались употреблять имя Господа Иисуса. Иисуса, с которым они на самом деле не ходили. И у них не было авторитета в духовном мире. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен. А вы кто?» Смотрите, Иисуса знаю, и Павел мне известен. А кто вы? Известен ли ты в духовном мире? Знает ли тебя в духовном мире? Знаете, мы считаем, что Иисус сказал: «Я приду, скажу, я никогда не знал вас. Никогда вас не знал». Но слава Господу, мы хотим, чтобы Иисус нас знал. Но также и в демоническом духовном мире тебя должны знать. А что значит знать твою репутацию, твою веру, что ты на самом деле веришь в то, что ты говоришь? Или же твоя жизнь такова, что и образ жизни таков, что в церкви да, а потом нет. Иисуса знаю, и Павел мне известен, а кто вы? И Даниила, 5 глава, и мы будем молиться. Репутация очень важна, это составляющая нашего образа жизни. Можно так сказать, что репутация – это и есть наш образ жизни. Или образ жизни, привычки и образ жизни – это равно репутация. Это равно проявление тех даров, которые есть в нас. Даниила, 5 глава. Репутация. Репутация, она заслуживается образом жизни. Образ жизни, наш тайный образ жизни, приносит явную репутацию. Знаете, не все могли видеть, как Даниил молится.
но они могли ощущать его авторитет. И о нем шла молва. Репутация – это молва. Репутация – это не то, что мы говорим о себе. Репутация – это не то, что мы думаем о себе. Репутация – это то, что думают о нас другие. И мы никак не можем повлиять на то, как думают о нас другие, если мы прежде не изменим свой образ жизни и не заслужим уважения и репутации. Даниила 5 глава. С 10 стиха. Царица же по поводу слов царя и вельмож вошла и начала говорить. 11 стих. Есть в царстве твоем муж, в котором дух святого Бога. Вы знаете, я думаю, это высшая похвала, может быть, высший уровень репутации, когда тебе говорят, что в тебе дух святого Бога. Когда люди смотрят на твою жизнь, и они видят в тебе дух святого Бога. Однажды один проповедник, он говорит, во время служения, когда он служил, Господь задал ему вопрос. Он сказал, видишь ли ты меня вот в этих людях? Мы должны задавать вопрос, видят ли во мне Христа другие люди? Видят ли во мне дух святого Бога другие люди? Есть в твоем царстве муж, в котором дух святого Бога. Во дни отца твоего найдены были в нем свет, разум, мудрость, подобная мудрости богов. Потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказался высокий дух, ведение и разум, способный изъяснять сны, толковать загадочное и разрешать узлы. Итак, пусть призовут Даниила, и он объяснит значение. Тогда введен был Даниил пред царя, и царь начал речь и сказал Даниилу, «Ты ли Даниил, один из пленных сынов иудейских? Я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе и свет, и разум, и высокая мудрость найдена в тебе». Смотрите, как царь говорит, «Я слышал о тебе». Наш образ жизни, наши принципы, наши привычки, наша репутация – это есть образ жизни. И тогда мы духовно возрастаем, тогда наши дары возрастают и проявляются. И, друзья, только тогда мы можем на самом деле быть благословением для многих людей. Поэтому пусть Господь поможет нам преобразить свою жизнь и получить вот это откровение, что образ жизни не просто какие-то временные моменты, образ жизни, то, к чему мы стремимся, то, что должно быть изменено.